Что нужно делать, чтобы не стать жертвой автоаварии или подставы? Нужно в нее не попадать. В противном случае вам поможет только видеорегистратор. Всем привет, с вами Сергей, эксперт компании KnowHow. И сегодня я расскажу вам про один из самых популярных регистраторов у нас в стране. Park City DVI HD770. Основной фишкой этого регистратора является GPS-приемник с постоянной пополняемой базой камер контроля скорости. Ваш маршрут фиксируется по Google картам, а при подъезде к постам ГАИ или камерам слежения вызывается голосовое оповещение. Также можно настроить звуковые предупреждения о превышении скорости, пересечении полосы или опасной близости с каким-нибудь препятствием или автомобилем. Ну и конечно, он пишет видео. Делает это довольно неплохо в разрешении Full HD. Широкий угол обзора. И все это позволяет запечатлеть всю проезжую часть. В заключение расскажу еще две основные фишки этой камеры. Во-первых, если случится удар, то камера автоматически сохранит запись. А если вы оставите машину на парковку на ночь, и перед камерой будут какие-нибудь движения, то сенсор среагирует и также запишет и сохранит видеозапись. В комплектации с камерой идет кабель питания и присоска-держатель. Не забудьте докупить microSD флешку с пометкой 10 на лицевой стороне, чтобы запись шла ровно и не было обрывов. Более подробную информацию можете посмотреть в описании. А у меня на этом все. Пока! Если обзор вам был полезен, то поставьте лайк. А если остались вопросы, оставляйте их в комментариях.